Привет, друзья. Ну что, мы после кафе, после прогулки с нашими друзьями. Друзья. Да. С Анной, с Мухаммедом Али, да. Уже выходим на пляж. Ой, воды нет. Воды нет почти. Мы здесь были в прошлом году. Кстати, видите, здесь лежаки есть. Ну, это так громко звучит. Да, громко звучит, но здесь есть где прилечь. Сразу вам рассказываем, почему. Мы были здесь в прошлый раз, и здесь, смотрите, сколько лежаков. Так это просто дофига, я извиняюсь, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было пару, сейчас больше. Почему здесь преобладают итальянцы? Итальянцы любят поваляться на пляже, расслабиться. Мы попали в Total Bay в этот раз. Total Bay, пляж черепах. Пляж, в котором любят обладать, там, скажем так, живут и обладают недвижимостью англичане. Англичане не любят лежать, невыгодно делать. Мы спросили, почему никакой инфраструктуры нет, ни туалета, ничего, не прилечь. Англичане вышли, покупались, ушли. Они не валяются на пляже, поэтому невыгодно. А здесь просто смотрите, ну шикардос, все есть. Нет, так это просто на ну да. Того, это как было. В Индии, можно полежать, взять лежак, взять зонтик, заказать еду, сходить в туалет. А вот у нас в Total Bay просто. Мы сейчас выходим, классно плаваем, где-то вот с 7 там до какого-то времени. Ну, минут 20 плаваем, пока. Пока проснулись, пока дошли, поплавали. Классно, мы нашли место возле отеля Хемингуэй, где был бывший пляж черепах. И просто потом возвращаемся в отель 8 завтра. Все. Ну слушай, правда, вот. Ожидать, да? Вот да, ожидали, как мы сами океан, вам рассказываем. Ватаму 7 звезд. Да. А кто дал эти 7, в принципе, 7 звезд? Наверное, сами ватамовцы, мне так кажется. Просто. Ну, потому что океан здесь, вот когда... Во-первых, тут нет волн. Потому что действительно это лагуны, это риф идет, он останавливает волну. Это не открытый такой... Нет, это океан, действительно, если по карте посмотреть. Но, с другой стороны, здесь риф ограничивает такую большую волну. Извини, перебью тебя, на самом деле вела на чувака, потому что... Я поняла. Чтобы телефон не дернул. Да, я поняла. Вот, тут нету таких волн, тут нету такого вот прямо, чтобы... Ты пришел в любое время суток, и есть вода. Ты все время под отливы, приливы, отливы. По сути, это задалбывает. Целый адекватный день, тут отлив, тут сидишь вот в таком болоте, в таком реальном болоте. Да, вот в таком вот, видите, болотце. Это, кстати, дом недостроенный. Ну, это ж который... Нет. Fine. Нет, thank you. We are making channel, thank you, но нет. Это, там что-то взятки кто-то кому-то не дал, да? До сих пор стоит. Вроде его подбелили, не? Вроде знаю. Это, может, краску выделили. Вообще говоря, то есть я, честно... Ну вот да, как бы это не сильно удобно, даже очень неудобно. Мое воспоминание об океане, это было вот... 2012-й год? Шри-Ланка, да. Отель Бентота, на пляже Бентота, там были шикарные волны. Там не было. Отель было все включено, там было офигенно круто. Да. Даже вот. На Занзибаре. А здесь, видите, ну вот где плавать, по сути. По сути, вон там вот люди пешком ходят. Да. We know we are not first year here, thank you. Thank you. И иногда, как говорят, люди портят настроение, чуваки, которые тебе постоянно пристают. Мы понимаем, что им нужны там деньги, экскурсии, вот это. Почему они не понимают? Но, блин, вот реально, они портят всю атмосферу. Это мы вам только чуть-чуть показали там все время. Это давайте тук-тук, давайте поедем на сафари, на дельфинов. Мы вчера гуляли вечером, мы там только отбивались. Нет. Почему же, когда говоришь «нет, ты меня услышал», они отходят. А бывает уже, ну честно, ну заколупывают. Да. Вот в прошлом году мы где-то вот здесь вот лежали. Нет, да. Вот там вот где-то. Ну вот там, я дальше покажу. Вот там вот мы лежали. Было прикольно, здорово, мы были всего 5 дней. Но, как вы помните, за первый наш день мы обгорели. Зато посмотрели с вами много чего в Ватаму. Покатались. Плейлист «Кения в помощь». Сейчас мы с вами вернулись в Кению. Новый плейлист. Интересно, классно. Новое сафари было. Новые отели. Показали вам всего. И сейчас гуляем по океану и объясняем все-таки, что с инфраструктурой в Ватаму. Кстати, на Занзибаре, я еще раз повторюсь, то же самое у нас было. Я не буду утверждать, за все побережье Занзибара то же самое. Ты привязан к этим отливам-приливам. Да, и когда, однозначно. Ну так смотри, если в 12 часов, в 11, да, полная вода, и то мы пришли, ну что это была за полная вода? Ну было, И в 12 часов ночи. В 12 часов ночи уже никто не плавает, потому что плавают там разные... Потому что, да, вы знаете, что в океане нельзя купаться ночью, вода охлаждается. Вообще, да. Выходят животинки, которые там живут. Некоторые ядовитенькие, некоторые едят людей. Нежелательно. Не, ну можете, как бы, можете, но...
на ваш, так сказать, страх и риск. Мы вот вам мы не сейчас рекомендуем. Это проходили, там такая это, не успели сфотать. Неорганизованная мусорка, а я смотрю, на меня смотрит вот такая вот эта, как она. Причем ящерица такая ящерица, какая-то странная ящерицы. Такая, знаете. Черная. Вот. Да, мы такие не видели еще, такая-то копа. Наташа, так мне только показалось. Я дергала, эта бедная ящерица нас испугалась, блин. Да, слава богу, что испугалась, может быть. Может, это наше счастье. В море, там, в океане, все, что угодно правильно. Ну, давайте посмотрим, да, вот здесь вот песочек, и вот видно, что вода здесь была. Господи, где же эта вода? Ну, давайте. Ну, где вон? Там. Где вон? Люди вообще, знаете, не плавают, а пешком гуляют. Я не знаю, вам видно, не видно? Кстати, сейчас прошел дождь, и вода такая немножко. Ой, вода. Песок такой дробленный, знаете, после дождя вот такой. Ну, смотри, вода уже прибывает. Вон идут волны. Ага. Волны идут, это при это прилив идет. Уже прибывает. Yeah. Welcome, welcome. Ой. No, thank you. We know everything. We are not here first year. Thank you. Смотри, какие прикольные эти. Думаешь, он что-то понял? Да, прикольные думаю, лежачки сделали. Я колупался. Это что-то новенькое, смотри, видишь? Да, прям. Этого не было, кстати, в прошлом году. Я же говорю, новое сделали. Да, да, это вот неплохо. Вот здесь вот инфраструктура. Помните наш пляж? Мы вышли с вами с сумками, с полотенцами, мы погуляли, вообще, сняли видео, да? Нифига не покупались, такие, блин. Причем мы когда выбирали, там же был этот Long Beach, который мы проезжали, когда были с вами на этом сафари, блин, шикарном, да. На голубом сафари. Еще ну как один, на нам? Да, я уже. Вы уже знаете, это мы только вот это начало пляжа только, и понятное дело, что людям нужно зарабатывать. Так вот. Джамбо-джамбо. Мы были на шикарном сафари, видели шикарные берега, но и тогда я не понимала, почему нету лежаков и вот этих. Теперь понятно. А сейчас нас обвинили. А сейчас мы спросили, нам просто объяснили. Сказали, ну так невыгодно нам это делать все, потому что я говорю, поставьте один, вы вообще будете как, не знаю, ну как это сказать, когда один, да, монополистом. Не, говорит, невыгодно, что ставить. Там мы вам показали, какие-то пару лежаков были, но там действительно люди не лежали. То есть мы видели пару людей, пришли, ну вот, белых видно, что англичане. Не, ну, прости, пришли, откупнулись и все. Ну это, посмотрите, посмотрите. Здесь нормально, индийские шейки, да. Шикарно. Но, так что и вон люди гуляют. А помните видео, мы с вами тоже и лежали, и гуляли, мы с вами честно прошлися. Вы были с нами, спасибо. Я тоже хочу пройти на нашем пляже. Оденем на нашем тапки, пляже мы все-таки тапки взяли, оденем и погуляем, потому что камни там тоже будут здоровы. Да, да. Или как у него? Он мужчины строит, смотрите. Вот правильно занялись. Мужчины строят, бизнес идет. Ну, как он грациозно столик несет. Ну, молодец. Thank you, thank you. Так где мы были, Наташ, ты думаешь? No, Poland, Ukraine. Вот там вот мы были. Наташ, где мы были? Дальше. Дальше, дальше. Вот там вот, по-моему, были. Чуть-чуть. Вот. Normal. Да. Normal for understanding. Ты мне не свисти, ты мне не свисти. Что такое? Идем. Ну вот смотрите, вот наверное мы вот тут вот были, вот похоже по этому отелю домику. Смотрите, вот это инфраструктура, просто смотрите. Все заставлено, все застроено. Мы подивимо свои видео и сами порівняємо. Да, сами посмотрим, забыли уже. Короче, мы тут все уже сделали мысленно, мы уже это можем отдыхать. Вот же все эти острова. Да. Я еще пойду. Гуляли по водорослям, все вот это вот. Может, да, у нас, о, да, Наташа хочет, как, а ну посмотри, а ну подойди, стой, бусики как, ну тебе классно. В смысле тебе? Наташа хочет такие бисеровские колечки. Да были полно. Ну были полно, а теперь были, нету. Были, было это кольцо, думаю, нет. То, что мы купили в Баффало, мы покажем еще на сафари. Короче. Ну вот инфраструктура, вот она здесь есть. Здесь кайф, смотрите, я помню, я здесь плавала вот так вот, ну, видео мы не делали, просто туда-обратно, ну, шикарно, ну, тогда вода чуть больше была, мы тогда пришли нет, в 10. Нет, это не шикарно, это не, я не, вот мне это не нравится. Не, ну, конечно, мы хотим, чтобы прийти, как в Турции, ты пришел, море у тебя да, есть. Море... Как ты не пришел, море есть, а тут ты пришел, океан ушел. Я пришел, тебя нема, я пришел, океан ушел, ну, что это такое? А, вот такие, а ты видела такие, как много ну, вот других вот было. Цветов, да? Да, и одного цвета, золотого, мне прямо под сумку было, идеально. Ну ты не, а, в Баффало, ну да, такое не знаю, было ли здесь. Вот. Да не, просто это у нас есть уже, спасибо. Много всего уже есть, спасибо. Колечко не нашли, зато нашли много других ребят. Когда Даша идет, просто матюкается, да? Я матюкаюсь вместе с этой. Ну, просто такие, ребята, как вы? Мы такие, у нас все есть, мы все купили, во все экскурсии были, денег нету. Это хорошо, ребята. Но я хочу с вами поговорить. Мы такие, боже, ребята, пожалуйста. Ну, честно, мы пришли, мы хотим отдохнуть, честно. Вот просто без вас пройтись вот
отдельно. Знаете, с мухой ты знаешь, что это реально, а вот, вот с этим нет. Слушай, а вот это что-то новенькое построили или нет? Не знаю, может, был что-то. Я не... Ну, мы тут прогуливались, но, видишь, мы не все помним. Тут было, но вот тут вот было, заканчивалось это все. Да, тут да. Сейчас вот расширяется. Дальше инфраструктура, дальше здесь поставят все и дальше. Это будет, ну, классно, шикарно. Что здесь итальянцы, они любят поваляться. Ну, да, по инфраструктуре. Ну, короче, вот, что-то так в что... этом году у меня совершенно такое иное... иное впечатление. Честно, если вот хотела, вот хотелось вернуться, мы вот специально забронировали целую неделю, даже 8 ночей, 9 дней в Атаму. Сейчас просто, ну, блин, это задалбывает, что океан уходит просто. Это задалбывает. Я понимаю, что океан должен уходить. Вот в этом месте, это вот, он уходит. Это природа, ему пофиг на наши желания, но, блин. Честно, вот, наверное, если мы будем возвращаться в Кению, то уже без океана. Либо, ну, либо условно, ну, на сафари очень хочется вернуться и посетить другие парки. Это в сафари это круто. Это просто, как она сегодня сказала, люди отбирают энергию. Вот это вот общение отбирает энергию, даже если ты не общаешься. Животные дают энергию. Просто согласитесь, это правда. Контактный зоопарк с жирафами, колобусы, сафари. Это просто, ну, это сказка, реально. Это кайф. А когда ты хочешь просто побыть одни, люди тебе надоедают, реально надоедают, подходят. Я, опять-таки, я понимаю, что это их работа, они хотят выжить. Ну, ребята, вы задолбываете. Я типа, тоже ну, хочу выжить. Даже в Турции такого вот нету. Уже от них. Есть там в Турции Натася. Да. Натася, когда ребята чистили у нас. Когда, помните, мужики пришли к нам почистить кондиционер, я такая, что, Наташа? Они такие сразу, Натася, так смешно. Нет, он так, Натася. Мы же с тобой, почему Натася? Теперь мы смеемся, но кондер почистили хорошо, он работает. Мы очень рады за наш кондер. Я хочу обратить внимание, что раньше люди, вот реально, ну, скажем так, туристы, да, доходили вот буквально здесь. Никто вот здесь вот останавливались, да, вот здесь вот останавливались. Дальше. Ну, чуть дальше. Сюда никто не ходил. А сейчас прям расчистили, такая вот дорога, путь есть. А там уже, кстати, вот посадочное место, где мы ждали тук-тук, ждали наш Blue Safari. И мы вам его показывали уже, когда мы ходили, гуляли на нашем Тотер Бэй. Да. Сейчас мы на него, кстати, слушай, выйдем а и покажем. Поняла, наверное. Да. Просто люди здесь, оно все равно, вода уходила по-любому. Просто люди не ходили. Сейчас вот люди ходят. Почему. Да. Сейчас вот люди ходят. Ну, потому что сейчас уже как-то более, ты знаешь, спокойно. Ну, может. Более спокойно здесь. Может. И больше этих шеков. Ну, я да. Не знаю, это в Индии шеки называются, да, здесь я не знаю, как. Здесь просто лежак, не знаю, упал. Ну, здесь вот классно. Кстати, этот вот пляж отстроится, будет в порядке. Как он называется правильно? Потому что здесь даже вот Google карта путает даже. Ну, Google, почему? Это Ватаму Бич называется. Нет, это Blue Bay называется. Blue местные Bay. Называют, ну, на вот этой раскладке, которую мы с тобой взяли, местную Blue Bay, а на Google Map оно называется Ватаму Бич. И когда я им говорю, они не очень понимают, что такое. Ну, типа, ну то есть даже Google путает, что вот правильно называется пляжем. Мы когда сюда первый раз ездили, мы не могли понять, что какой пляж. Ну, если даже у Google неправильная информация, ну, ну чё, смотри, как вода прибывает. Что ж делать-то, да? Вон эти волны идут, вон между даже островками смотреть, вон, вот большими. Вот так волны прибывают. Все, сейчас прогуляемся туда и покажем вам, как вот переходик этот отсюда на пляж Тотал Бэй. И опять начнется джамба. И опять будут такие, давайте, идите к нам, идите. Ну, мы не пойдем, конечно, мы не пойдем. Ну что, друзья, вот мы и прошли, как говорит Наташа, полчаса нога за ногу. Вон мы оттуда шли. Вот отсюда. И пришли вот в конец уже. Сейчас покажу вам всю картину. Красиво, сейчас, наверное, дождь пойдет. Сейчас вообще еще только без 10.5. На самом деле не 5, даже без 10.5. Таша говорит, смотри, какой баобаб красивый. Действительно красивый, не поспоришь. А смотри, как вода ушла, прямо да, вымыла внизу. Посмотрите, вода здесь должна быть, да? Угу. Угу, вода. Красиво лодки стоят. Вот такая красота. Ну вот уже мы переходим. Здесь мы ждали тук-тук, когда та... Голубое сафари у нас было. Здесь же мы уезжали на голубое сафари. Здесь же мы ругались. Да. Да, где мы только не ругались. Ну, спасибо, что вы с нами. И вот мы уже выходим. Ой, тут такое болотце, кстати, такое так.
Надо аккуратненько, говорит Наташа, чтобы не провалиться. Кстати, эти норы, вот это вот, крабики живут там. Крабики безобидные, беленькие, бегают по пляжу, иногда пугая, если ты не знаешь, кто это. Вот, и все, и мы уже выходим прямо на наш пляж, на наш новый пляж. Покидаем наш старый пляж и выходим на наш новый пляж. Вот, мы перешли уже, отбились от очередного мальчика. Да-да, не, мы эти отбились уже, пацан, все. Мы уже все. И вот наш переход, вот эти лодочки. Вот люди идут с экскурсией, как раз с Blue Safari. Как раз мальчик рассказывал, что у нас есть много рыб и акулок. Вы знаете, что мы их кормим. Мы говорим, да, мы знаем, мы видели, акулы жалуются, что им мало еды даешь, дай им сегодня побольше. Он так поржал, говорит, ладно. Вот, кстати, красивые такие франжипани. Наташа вчера с ними фоткалась. Мы вчера догуляли до этого места. А видите, да, здесь вы, вот эти вот все инфраструктуры, это же отелю принадлежит. А у нас отель находится за. Поэтому вот ну, да, здесь, вот, в принципе, ничего нет. Смотрите, вот, два пляжа. Здесь да. Все лодки, отсюда уходят все Blue Safari с дельфинами, ну, плавать. Есть, опять, эта женщина. О, мы эту женщину постоянно гуляет. Да, она всю Кению обходит. Она гуляет, она такая загоревшая, она реально сидит на солнце. Когда мы в тени прятались, там первый, по-моему, наш день, она сидит на солнце реально. Ну, молодец, короче. А с ее подружайкой мы только что ели мороженое. Ну как, она заодно... А, мы снимали. Не, мы эту женщину-итальянку, прикольно она так говорила, мы сняли в шортс. Я его не знаю, когда я выложу, честно, я уже столько выкладываю больших видео и шортсов, что я могу запутаться, когда я выкладываю шортсы, но видео выкладываю четенько. Так что вот видео большие, видео классные, смотрите их, пожалуйста, комментируйте, нам приятно. Вот, так, Даша говорит, о, она вчера гуляла с этой женщиной, здесь же она пришла с нами есть мороженое. Помните, мы когда погуляли с Мохаммедом Али, с Анной, мы уже пошли есть мороженое. Мы перешли, и здесь, видите, пусто-пусто. Обратите внимание, сколько шезлонгов стоит. Но это мало, это, скорее всего, это отельные. А вот там есть какие-то, были. Но мы когда пришли, там было всего 8 лежаков, они были заняты, и люди уже уходили. То есть это... На ночь их убирают. Да, на ночь их убирают. Ну, в принципе, да, что их оставлять-то. Так что вот люди пришли, приехали, привезли рыбку. Блин, какой этот остров классный, как дерево. Да, сейчас вообще вам покажу. Как остров Джеймса Бонда в Таиланде, кстати. Там есть такая скала. А, мальчик молодец, ушел. Да, мальчик молодец, он ушел, но все равно он крахмалится, чтобы нам что-то предложить. Поэтому валим отсюда быстро. Помыться, я уже вся да, мокрая. Мы уже так вспотели, здесь я такая высохла, влажность. Здесь сейчас вот дождь шел, потом прошел. Мы в кафешке сидели, он 2-3 раза шел. Вот, так что... С нами пытаются французским заговорить, але мы... Да. Ну, мы не отвечаем, короче, мы не знаем, что им відповісти. Мы можем сказать по-французски, как дела, меня зовут Оля, и пока. Я не думаю, что эта информация им пригодится в зарабатывании денег. Слушай, а вот это было? Вот этот заведение? Отель, да, был. Просто он какой... Так, все мне надо сравнить. Мне кажется, тут все новое. Да, ну тут вот так обновился наш старый пляж. Ну, молодцы, занимаются чем-то как бы инфраструктурой. Да ходили вроде. Да? Вроде ну, ходили. Вон люди что-то едят, кстати. Вон. Ну, это богато. Люди кто-то едят. Дорого-богато. Тут все отели, которые возле пляжа находятся, стоят какие-то немеренные деньги. Реально, вот проще вот, кстати, в Дубае отдохнуть. Да, это точно. Вот, так что, ну, наше решение, вот, в принципе, классно разок съездить, убедиться, что океан ушел. Да. Потом просто возвращаться сюда на сафари. Пока, конечно, инфраструктуру не сделают. Не знаю, как в Малинге, в Момбасе, там отзывы еще так, вообще так, ну, похуже, если так сказать. Ну, я думаю, что в Диане вот то вот там какой-то там раскручено, что себе. Диане ну, это Момбаса, да? Да, не, это за Момбаса, это вот мы с одной стороны Момбасы, а... А мне он напоминает брокколи сейчас. Ну да, шесть такие. Напишите вам, что напоминает. Мне вообще голова видится, если честно. Там такой носик маленький, губки такие все это. И смотрит в океан туда на кораблике. А тут все-таки остров. О, смотрите, очередной парень. No, no, we have everything, thank you. Бежим. Так, валим отсюда. We have everything, brother. We have everything. We are living now. No money, poor people. Все, no, no, no money. Так, бежим. Вот так вот всегда, представляете? Мы вам только одного сняли, пацана. А вот так их вот где-то 20 пристает.
Ну что, короче, мальчик мало того, что был бухой, и хотел нам продать покурить вот эту вот вещь, за которую можно в тюрьму присесть. А еще он стал разворачивать газетку, а там магнитиком это все придавлено. Такая, нафига мне магнит? Он такой, не-не, не магнит. Я такая, так быстро, Наташа, бежим, короче. Убежали. Пьяный, такой алкоголь, да. Слышишь? У него такие, ну, то есть, еще раз, мы вам показали только вот одного мальчика, который, и они все, понимаете, люди пишут, что их тут, ну вот, что вот они портят вайб, реально портят. Ну вот я хочу прийти и просто насладиться вот этим вот брокколи прекрасным, да? Ну, охрена. Вот, а туда тебе, не-не-не, давай-давай экскурсии. И вообще, говорит, я не продаю сафари, иди сюда, говорит, я иди сафари сюда, не продаю, но я уже камеру выключила. Он такой, у меня что-то лучше, разворачивает там магнит. Та же такая, блин, там это вещь, короче. Я такая, так, валим отсюда, бежим. Короче, мы с вами убежали. Ну вот такие мы, не знаю, как бы, ну. Вообще. Да. Некультурные, неприспособленные люди к жизни. Да, неприспособленные люди к жизни убежали. Вот, смотрите, я вам покажу сейчас вот все, что есть. Да, вот это все, что есть, это платное. Это все, что есть, это платно, но я даже не знаю. Вот, смотрите, все занято уже, допустим. Ну, может, они что-то еще принесут. Туалета, но вот туалета нет, кафешки нет, чтобы перекусить, купить пиво, водичку. Может, они откуда-то отсюда приносят, я не знаю. Может. Может. Ну, вот, из вот... бутылки тебя поливают, да? Да. Ну, а чего? Сервис даже не Блин. Может. Так что, ну... Вот уже время близится к закату. Мы с вами классно погуляли. Еще раз вон вам показываю, что мы уже там выходить будем. Вон все уже ступенечки вот сюда вот поднимаются. И мы уже выходим на наш, ну, на тропинку к нашему отелю. Ой. Так что вот. А ты знаешь что? Слушай, у меня сначала, когда я не знала, я боялась этих ребят, что они побегут, где-то узнают, где мы живем, там что-то это. Не, они в этом плане, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, как бы, ну вот пристали, отстали. Они за тобой бегут метров 50, но проблема то, что через остальные 50 метров появляется другой пацан, понимаете? Да. Ну, не то, что мы там какие-то там такие тетки вредные, которые, блин, но они докучают, реально, они докучают. Слушайте, я помню, что в Турции мне докучали. Ну, не так докучали просто, это вообще докучало-докучалов. А, ну, мы с вами отбились, все классно, видео вам постарались показать, про пляжи рассказали. А ехать ли отдыхать в Атаму, это ваше уже решение. Но мы вам все равно желаем где-нибудь отдыхать, путешествовать и вообще, чтобы все у вас было хорошо. Потому что как там, раз на раз не приходится. Да. Никогда. Ну, никогда. Рады вашим адекватным комментам и красивым лайкам. Спасибо, что были с нами.